Hello, girls. Алло, не понял. Алло, привет. Алло, есть тут кто? Его за говно уберите. Все, мне похуй, я ультую, блядь. Все, поебать вообще. Соло. Ой, да за что? Hey, всем привет, друзья, меня зовут Роман, это канал Орел Гризли. Мы сегодня что делаем? Мы сегодня играем в Доту опять. А меня просили в комментариях люди, челики так называемые, сыграть на ком-то из керри или что-то типа того. Или хотя, ну, то есть на какой, на первый позиции, на второй, на третий. Ну, то есть не на саппортах, короче, сыграй не на саппортах. Поэтому сегодня смело играем не на саппортах. Поехали сразу, кого мы берем. Сложная, легкая. Центр я не люблю. Это так долго, во-первых, искать. Ну ладно, похуй, пусть будет центр тоже. На кого мы хотим сыграть? Нет, центр не хочу, не люблю. Я больше просто люблю в команде играть. То есть что-то помогать, что-то делать такое. Луна. Поехали на Луне. Может на Луне, не знаю, Медуза, Луна, что-нибудь такое надо будет. Селедка, кстати, очень сильная селедка. В этом патче очень сильная селедка. Селедочка сильна в этом патче. Под шубой особенно. Hello, girls. Алло. Не понял. Алло, привет. Ясно. Ясно. Hi, girls. Hello, girls. Так, ну меня просили сегодня сыграть на ком-нибудь, не на саппорте, короче. Поэтому мы сегодня играем на ком. Не знаю даже на ком мы сегодня играем. Мы сегодня что, на сложный получается? Пусть саппорт берет. Мы сложно сейчас посмотрим, кто там будет у них против нас. Короче, просили в комментариях сыграть не на саппорте. Поэтому будем сегодня вот на сложный катать. Я даже не знаю, кого брать. Кто у них там? Леонид Леонидович. Фу, кто у нас такой должен быть? Жирненький, как поезд пассажирненький. То есть это что-то типа Хускар, что-то типа Слардар, что-то типа Огр. Пойдет ли он сложно? Или Тайт Хунтер? Сложно. Может Баратруми? Maybe Баратруми? Maybe! Ах, собака селёдочку мою под шубой. Это за что, дядя? Собака. Так. Осталось 10 секунд. Не, ну тут получается я этот сегодня буду восставать из мертвых. Осталось 5 секунд. Хуяндок. Так, ну мы шо получается? Сразу 3 этих по стандарту. Я всегда беру, ну, 2-3 хотя бы 2. Да, кстати, можно едочек, в принципе, неплохо. Да, вот так вот бахнуть. Еще вот так вот бахнуть. И еще можно вот так вот бахнуть. Вообще шикарно. Так. Ну шо, всем привет, девочки, как вас там? Алло. Алло! Алло! Алло, не слышу. Не вижу. Алло, есть тут кто? Ля, скотина, пожар разводит. Ау, собака. У, сука. Лина. О-о-о! Понимаю, братан. Мать продал, скины купил. У Скара там какая-то фигня синяя на шее, прикинь. Не, ну у меня, в принципе, только один сегодня вопрос. Мы играем на победку или как обычно? Здорово. Здорово. Чешу. Кстати, что вы взять? Это, наверное, перед часом сил. Да, вот это вот классная штука. О, точно, брейсер мне надо. Точно. Все, брейсер берем. Брейсер по-любому, кстати, здесь канает. Очень хорошая тема. Брейсер это хорошо. Хорошо. Ну, люди, короче, не особо это вообще любят разговаривать. Ну, по-разному, типа, бывают разные люди. По настроению. Эх, жалко, Путгера нету, сейчас бы этот. Машина. О, я иду.
Сюда, сюда, троллян, пойди сюда, на нахуй. Сука. Сука. Бля, убивают. Соло. Не, а что им надо от меня, интересно? Такое ощущение, будто убить хотят. Ой, хорош. Да, может, сейчас бахну его, нет? Не получится. Мне, похоже, не судьба. Че, убьем, че не убьем? Не, не убью. Ой, смотри, как отрегенил, смотри, офигенно вообще. Ой, сейчас этот брейсерочек бы сейчас вообще жестко было бы. Зомби, ну ты придешь ко мне или нет? Ща, я просто мертвый, у меня мозг плохо работает. Ой, Леонид, не копай меня! Блять, сын Леонида. Тут Леонид ходит. Лич, давай временно ты пойдешь, пока на топ не хочешь. Лич, не хочешь пока временно на топ сходить, потом поменяемся, а то этот... У меня ТП нету. Мне Леонид сбил ТП. Мне, видимо, не хочет. Ну, я тогда в путешествие пойду. Чисто будет хоббит, нежданное путешествие. Придется пешком что делать? Если дурачок на лечении может, блядь, ебаное ТП сделать, ну окей. О, здравствуйте. Иду. Че на ТП не улетел? Мне ТП Леон сбил. Я в лесу ТП делал. Сейчас, может, убьем даже зомбика. Ой, этого тролля. Мы можем тролля, в принципе, сейчас убить, я там буду бахнуть где-нибудь. Сейчас разбочит. Ну, у нее 300 хп, можно, в принципе, убивать. Блять, не скликнул. Тех хотел дать. Ой, хорош. Сука. Блять, курс за что?
Бля, чуть не хватило. Все через жопу у нас. Оп-о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 п. Ай, хорош. Блин, мне по идее тапочки на ману надо, да, потому что без маны это полная жопа. Так, ну ему же тяжело, конечно, жить будет. Эй. Сейчас ушел у меня негр. Негр ушел? Сурной какой-то. Сурной ушел, ДД ушел. Он тут, он наверх. Тут. На поле ушел работать. Сейчас, сейчас. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Все, пиздец. Отлично. Убить, убить, всех убить. Соло. Сила там бы. Его тоже убиваем. Давай его тоже убьем. Ой, отлично, красавчики. Не зря там был в двоечку вкачал, не зря. Вот что значит там бав в двоечку. Нет, какое-то говно сборка, подожди. Что-нибудь нормальное. Похоже, силы тьмы укрепили. Грейшург. О, вот это вот я понимаю, чувак через Bloodmail сразу красавчик. Тут всякое дерьмо советует. Видимо, силы света укрепили свои. Так, чё, давайте она есть, приду, сейчас скипиш наведу. Чисто суету навести охота. Ля-ля-ля, быкует школьник. Блять, что он такой живучий, что я не понял. Леона ебать. Там бау есть. Ушел у меня смедонник опять. На низ пошел, аккуратно. Ой, мама, тут страшно вообще смерть. Да раз, Леон, как он? Я сейчас там бойс поставлю, все умрут. Да, вот третий нужен, можем убивать. Я иду к вам. Иду, 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 иду. Ульта есть, все, есть, иду. Ставь. Ставь. Все, пизда всем. Ага, дурак, проебал ульту, все. Хорошо. Ой, красавчики лучше. Тамба творит чудеса просто. Блин, пруд пустой, собаки сожрали пруд. Пруд выпили. Че, на топе нормально дышишь? Ну блин, под башу у нее прям такое себе. Убить, 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 все, он слишком далеко зашел. Тяжело, конечно. Просто скилл нахуй, и тип не кидают. Ой, хорошо. Блин, Леона. Мана 0. Как я выжил? Да там пустой он, чё там? Убиваете, нет?
Его за говно уберите. Все, мне похуй, я ультую, блять. Все, поебать вообще. Ой-ой, не бей меня, дядя. Ой, лучший, боже. Красота! Так, мне надо похилиться, мне надо вот так вот манку сюда, вот так сюда. Раз, два, три, четыре, пять, все отлично. Вышел зайчик погулять. Ну, пошли, тебя дочку убьем. Сейчас вот фармится, вам ебало будет сносить. Обратите внимание на вашу верхнюю башню. Бля, оставил бы мне, меня ботал. На, а, ну да, нету, все. Дочку принесу все. Можно убить, не ругайся. My will. Уже думал убить. От них ничего не дается, прикинь. А что на низу буквы, слушай. Я на низ, есть плюс. Вашу нижнюю башню атакуют. Я, конечно, иду, но мне хп что-то мало. Да. Спасибо. Лёва уже бывает. Ульта есть, можем собрать их в кучку и... Блять, там бани тебя... поставилась. Да все, вот, уходи, уходи, сейчас так как отсюда. Блочь, пожалуй. Да, я его притяну. Причем ты. Тамба стоит. А-а-а. Хорошо. Бля, ну вот крипа отлетела, ну пиздец. Да красиво, красиво. В купол есть? Да бейте башню, чего. В купол есть прокат, если что. Ждем, мне в купол. Бля, убивают. Если что, убьем. В куполе убьем их, если что. Я притянуть могу. Вот тут. Мины. Соло. Ставь купол, убьем двоих. Вот тут мины, не идите сюда, тут мины стоят. Понял, принял. Тяну сейчас. Обратите внимание на вашу верхнюю башню. Хорош. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша верхняя башня разрушена. Ай, коса ебаная, иди нахуй. Мне нужна помощь, я дум повесил. Ща. Дума убить. Бля, страшно, конечно, пиздец. Хорош. Соло. Ой, ай, ой, а, о, да за шо? Ой, ай. Хорош. Только не под башню. Центральная башня противника так и не поняла, хорош. Что случилось. Ну нахуй. Красавчик, аж под башней с 200 хп, вообще лучший. Так, мне что бы взять? Шанс корону, либо 7 к броне. 8 к урону, 4 к броне. Или магия, сопротивляемость, ману дает. Блин, по идее. По идее даже непонятно. Броня, конечно, топовая. Мне кажется, манку лучше. Да, ману постоянно что-то нету. Так, ну-ка, позволяет применить способность союзного героя, чтобы спрятать его в надгробии. Не, этим я заниматься не буду. В пизду. Заниматься такой хуйней точно не буду. Увеличить число отнимаемой силы. Похищение силы 8. Вот гоним топово. Шиву можно бахнуть, в принципе, да. Ну а что там, больше же магического урона, правильно? Или нет? Да, там больше магического урона.
Луна, пошли со мной. Я прикрою, что я тут вард поставлю. Такое ощущение, что я хочу вот это вот. Или нет. Становит ману размера цены за урон с всеми вражескими заклинаниями до мишени сопротивления магии. При получении 300 урона заклинания владелец один эффектор на 6 секунд увеличивает сопротивление магии на 6. О. Устанавливает ману. А что еще есть? Ну-ка. 20 сопротивления магии. Такой враги получают 25 урона в секунду, нанося на 40% меньше урона заклинаниями. Сейчас я иду разъебем его, пойдем, смело. Смелость. Ох. Блядь, сформил где-то. Он сын алкаша. Вот он, блядь. Ебать. Я его убил, но меня убил кто? Минер, ебаный, хорошо. Секунду. Сейчас убьем, убьем, притяну. Все, он ваш. Да ебаный, блядь, опять мне дал. Можно разъебать его сейчас. Думаю, это вообще какой чистый урон или нет, подожди. Да, урон чистый, поэтому от него не задефаешься, там только Леон ульта, либо Минера. Ебаные мины, правильно, правильно. Соответственно... Жалко, мне урон не показывается, какого больше нанесено, магического или физического. Было бы неплохо. Было бы неплохо, что у меня показывал урон. Пизда. Сейчас я иду, всех убьем и топчем. Соло. Тоже берем его. Всех, всех, всех убить. Так, что берем? По идее это. Блин, там ба 15 секунд. Но у нас, по идее, не так часто, типа, и драки. Лучше дикей 50 урона. Ай, больно, не надо. Пиздец, хп, блядь, вообще улетает, нахуй. Школьник минирует, а. Соло. Бля, в грифсы не успел улететь, пиздец, нахуй. Ну как ульта не убила твоих? Ну это просто забей, блядь. А там слишком много крипов было. Еще подняли его в Юла. Сори, ты я поднял. Там тролль мог умирать, нахуй. Там просто тролль вампирку включил и все. И типа ему нихуя не наносилось. Забьют тебя, дед. Иди. Уходи, брат. Дедуля! Дед на бороде. Дед нахуй, дедуля. Пойду он файтится, вон у Вайда купол есть. Вольт, давай подходи наверх, ёбнем все. Я иду, иду. Вашу центральную башню... Ща разъебем всех, не бойся. Но это плохо, знаете ли. Всех убиваем. Далеко. Соло. Да, пацаны, открыли нахуй. Прям эту хуйню, не? Все, они все погибнут. Красавчик. Леона лови. Так, куда, куда, куда? Тэпнулся. Вон, тэпнулся на них. Отбайтесь их, он... А, у тролля ульта есть. Сейчас он в ульту уйдет. Хорош. Вышку, вышку. Да, почти. Пиз. Че, есть что-нибудь по вышке ударить, нет? Да не надо, не надо, давай тут два. Там вард стоит, тут уйдет. О. Бля, хп вообще нет, пиздец. Где-то.
Следующую тараску собираю, потому что невозможно, я вообще не могу жить. 2000 хп вообще ноль, как будто я их не чувствую. Их нет, тут 2000 хп вообще не существует. А нам похуй, мы все сносим подряд. Он уже школьная душа. Минирует уже школьная душа. Притянуть могу. За базар? Подожди, отойди. Вот тут еще стану. Все, проны есть. Ну ты прыгай, я там бу ставлю, похуй вообще. Не, так я его притяну еще. Надо, чтобы он поставил хрону и хрону, и лич ультанул чайником, и все, заебись, все умрут. Просто троих поймай хотя бы в хрону, и лич ультует. Бить сегодня будете кто-нибудь? Блять. Ударьте уж хоть раз кто-нибудь. Хорош. Эту центральную башню противника мы больше не увидим. Что по вардам вон гуляет там чудище? Там варды были вон. Надо ловить его. Что ветрами подниму? Я ветрами подниму, давай. Все нормально, там вас стоит. Соло. Думаю, ты на меня проебал. Хорош. О боже, лучшие. Убить. Дедуля, тебе пизда, кстати. Не очень ярко. Все, сломаем. Не, ну меня точно тараска нужна, просто невозможно без нее. Подержите, плиз. Ай, пизда, все, мне до свидания. Блять, убивают. Таба! Сука. Убить, убить, все, смерть. Ну все, он потекли. Потик. Я подстать отошел, вы уже все умерли, ёп. Я говорю, поддержите. Там отжимали они. Ой, ебать, цепнулся, ёбать. Ладно, нормально, без мида им тяжко будет. Давайте его треснуться, хорошую заберем. Так, думаем, думаем. Че нам, по идее, тараска нужна, да. По идее, нормально. Ура, по идее, тарасочка пойдет. Ну-ка, опа, так вот, опа, так вот, хорошо. Мина лежит. Ух, ебать, тут урона мудрости 4 штуки, прикинь, ебать. Я поумнел. Не, нихуя. Хорошо. 20 урона зомби, а там стоун. Не, конечно, крону зомби. Не сторону ломать, че надо по миду отойдем. Можно дума убивать. Похуй, я по топу. Давайте тролля уебем лучше. Запушим.
Блять, ебучий тролль, мне пизда. Бай вил. Здесь что у нас? 2800, ебать. Хорош. Красавчик. Хуй на интро работает, блять. Игрок поднялся и хуярит меня. Бля, опять он быстро бегает, охуеть. Какая БФ, бля. 30-й ночи. Типа, ой, блядь, взорвался. У меня рассекретили. Че, он там мид минирует? Да. Давайте рошу заберем. Пойдем. Ну, рошу. Дум там плачет. Сейчас Руша будет наверх переходить. Ау, ебан, блять. Ебан, блять. Ай, ебать, вард мощный. Надо вардами обставиться. Не знаю. Вы, Вайт, зайди один. Сейчас я вард под... Зайди один и начинай долбить. А, он нанизу. Не, он сейчас придет. День же сейчас. А, ну да, день. All will die. Вот, ну еще вот. Все, погнали. Они на ТП сейчас будут нам идти. Да я утону, если что, все хорошо. Я тоже. Искупал здесь. Купал сразу ставь. Ловите школьника, ловите. Соло. Наш мальчик. Че ж? Ну шо, погнали нахуй, че не? Этот сука заебал ману отсасывать. Походите по одному. Вот. Ой, он думает, что ему БКБ поможет. Руками запиздали, честно. Надо подманить. Так, все, там баб есть. Погнали. Слово. Убивают. Да блять. Блять, ну у нас. Блять, а как он меня стянул? Нормально, тролль сейчас умрет. Пизда ему. Блять, ну как он отошел? Низ добейте, низ добейте. Он ушел с моим киношей, пидорол, да друг пришел наш. Там пацан уже все. Хорош. Тролль идет с ультой. Не тебак. Не, ну сыграли там отлично, слушай. Сыграли кого? Заебись. Не убью. Сыграли заебенно. Кент убьет, блядь. Не, ну мы так неплохо зашли, слушай. Блять, а тут захвата-то нету. Я бегу, ребят, бегу. Мы неплохо зашли так. Сама все лучше. Теперь убил. Вот друган бежит к нам. Друган, подожди меня. Друголетчик. Ой, ебать там нахуй лох. Алешенька. Друголетчик, блять. Притяну. Друголетчик! Можно уебать. Иду.
Соло. Умер друган. О, дум тут. Сейчас убьем его. Ой, друган пришел. Школьника бить, школьника убить. Долбоеба, блядь. Иди сюда, дедуля. Ай, блин. Че, сносим, чини? Ой, блядь, школьник тут бегает. Притянул, здесь этот. Он стоит, я даже не увидел. Забейте все эту башню. Ну, ебанец, за... за три тролля, ебать. Заебал. Все, заебись. Уебок. Ульта 20 секунд. Да, на маму что-то маловато. 20 секунд. О, еще. Заебал. Пойдем вверх. Отойди, дед. Вверх, пойдемте, детки. Иди, ёбаный рот, блядь. Заебал. Дедуля, иди сюда, блядь. Ладно, тролля решил. Ха, нормально, они вовремя дали, конечно. Базару нет. По таймингу, да? Ну да. International. Да на что подошли, я утонул. Что-то не чекует, но... Да там все, дум уже плачет весь. Пошлите их под базу, под конь. Пойдем. Хоть меня сбили. Убивают. Ай, сосут. Ай, письку сосут. Да, блять, отвалите от меня. Грифты тебя, он. Убивают. Ебался. Маны, блядь, нема. Да ты, брат, давайте. Соло. Дикей. А чё, может, у меня маны нихуя нету. Больно. Ой, что-то я перегрыз. Соло. Иди сюда, сладкий. Другалек. Спасибо за игру. Лучшие просто. Вот такой вот у нас легендарный получается зомбарь. А, вот такой вот он сладенький. Такой вот он солененький. Так, что у нас тут? Короче, вот так вот мы играем не на саппортах, хотя мне на саппортах нравится, конечно же, больше. На саппортах, конечно, меньше решаешь, тяжелее намного выиграть, но... и на не саппортах тоже можно, в других позициях, двойка, тройка, единица, тоже можем играть. Больше всего ненавижу мид, уже скучно этих крипов дрочишь целый день, типа, такой сидишь, крипов этих бьешь. Когда 2 на 2, то хотя бы, типа, хорошка, вот периодически героев... Какие-то там стратегии вдвоем думаете, как убить, да? Ты когда один на один стоишь до определенного левела, вообще ничего, друг друга не бьете особо там. Друг друга вообще не смотрите, чисто крипов тебе бьете их 10 минут их стоишь, бьешь. Скучно на миде, неинтересно, типа. Доту играю именно для каких-то эмоций, когда 2 на 2, там что-то друг друга там сейвишь, как-то помогаешь. А тут, блин, один на один не люблю, типа. Ну это реально скучно по мне. Вот 2 на 2, ты тут заебись.